Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Мы начнем с телезрительских кадров дня, благо, как всегда, за выходные наша электронная почта принесла их немало. Вот фотография, которую прислал нам Юрий Дубровец. Название, в общем-то, лаконично укладывается всего в одно слово – «не вписался». И еще один телезрительский кадр – это от Светланы Дозмаровой. Вот у кого из чего гирлянды, а у нас из живых голубей. И действительно, хорошая такая гирлянда получилась, славная. Чем дальше декабрь, тем больше признаков наступающего новогодья. И еще одна иллюстрация этому – 109-я Пермская школа. Вроде совсем немного, ну взяли, ну наклеили аппликации на окна. А получилось нарядно, весело и позитивно. Нам понравилось. И это кадр дня от дежурного по городу. В подъезде дома номер 37 по проспекту Декабристов четко понимаешь – самая главная профессия на свете – это мусорщик. Как нам рассказали, он уволился на прошлой неделе. Результат – мусоропровод был забит практически до самого верха. Всего лишь несколько дней, и здесь просто ходить невозможно. Все завалено пакетами с мусором, и запашок соответствующий. И только сегодня появились специально обученные парни, которые этот самый мусоропровод пробили. Они пробивали его аж с 7 и до 1 этажа. Сейчас перед мусорокамерой лежит груда пакетов, которые должны наконец-то вывести, как нас уверили. Больше такого безобразия здесь повторяться не должно. Ну что ж, поживем, увидим. Но еще раз повторимся. Выясняется главная профессия, по крайней мере здесь, на Декабристов 37. Точно мусорщик. Дом на Декабристов 37 обслуживает управляющая компания «Профидом». Именно туда мы, собственно, и отправились за комментариями, чтобы окончательно разобраться в ситуации. Проблема в том, что возчик предыдущий не выполнил свои обязательства, забрал тару и отказался возить мусор. В настоящий момент этот вопрос решается, мусор складывается в мешки и будет вывозиться в ближайшее время. Заключен договор с другим возчиком на вывоз этого мусора. То есть больше такой ситуации не будет? Не должна повториться, то есть мы ищем тару для того, чтобы заменить. Напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Победителем нынче становится Надежда Чудинова, которая рассказала про милую птичью кормушку с огромным стратегическим запасом сала для синичек. Надежда получает в подарок билет на Тибет. Это СПА-программа комплекса «Тинториум СПА» на 2 персоны. Надежда, подарок ваш. Ну а Игорь Гиндис и Михаил Осетров на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня это все. Спасибо, удачи. Пока.